Национальный университет Одесской юридической академии понес тяжелую утрату. На 90-м году жизни перестало биться сердце доктора юридических наук, профессора кафедры морского и таможенного права Евгения Васильевича Додина. За время плодотворной профессиональной деятельности Евгений Додин был удостоен множества государственных наград и почетного звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины». Подготовил более 100 кандидатов и докторов наук. К нему часто обращались за консультациями из Министерства транспорта Украины и Таможенной службы Украины. Дело Евгения Васильевича сегодня достойно продолжают его дочь и внучка, которые также пошли по научным стопам. Соболезнования семье профессора выразил президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов. О таких говорят душа компании. В свои 89 лет Евгений Васильевич Додин сохранял прекрасное чувство юмора, бодрость духа и продолжал консультировать аспирантов и докторантов. Каждую неделю он приезжал на кафедру морского и таможенного права и всегда интересовался, как дела в родном университете. Находясь в преклонном возрасте, он долгое время старался проводить лекции. Студенты его очень любили и всегда с большим интересом спешили к нему навстречу. Евгений Васильевич всегда умел подобрать слова, которые доходили до сердца, и никогда не говорил о ком-либо плохо. Наоборот, был сторонником того, что надо уметь прощать и не держать зла. Человек энциклопедических знаний и высокой культуры. Он прекрасно разбирался в кинематографе, художественной литературе, музыке. Близко общался с поэтом и автором-исполнителем Владимиром Высоцким. Много лет жизни посвятил спорту, достигнув больших успехов в баскетболе. Нас с Евгением Васильевичем связывает давняя дружба. Мне посчастливилось, что именно он, являясь одним из основателей школы административного права в нашей стране, в 1996 году стал моим научным консультантом при защите докторской диссертации на тему «Организационно-правовые основы таможенного дела в Украине». Светлый, дружелюбный, интеллигентный. Именно таким он останется в наших сердцах. Вечная память. Глубокие соболезнования родным и близким. Многотысячный коллектив Национального университета Одесская юридическая академия скорбит вместе с вами. Прощание с Евгением Додиным состоится в воскресенье 29 ноября в 13:30 во дворе храма Святой Мученицы Татьяны.